Всем hello, дорогие друзья, с вами я, Бумеронов, и сегодня с вами будем играть в игру под названием Civilization Redemption. Продолжать. Это уже, ребят, это последнее прохождение Civilization Redemption. Да, сегодня я пройду буду сейчас проходить Civilization Redemption последний раз, потому что у меня осталось только четвертую фазу без урона пройти. Вот, кстати, дворя... забыл сказать... Звезда золотая, видите, она дается за прохождение фазы на без урона. Ну ладно. Итак, четвертая фаза без лечилок нужно пройти. И все. И это последнее прохождение. Civilization Redemption 8. Вот. А вот вторую, третью и четвертую фазу без урона я не смогу пройти. Я помню, что мне не надо нажимать на файт. Да, блин. Не, ну вы посмотрите, что творится. Это нечестно. Сразу это, а потом сковородки. Я же не могу уворачиваться, это нечестно. Вот эти руки я ненавижу. Вот это самое легкое. Ой. Со сковородками у меня тоже проблема бывает. А, блин, меня задело. Вот с этими оружиями у меня теперь легко стало. Легко. Вот с этой вот такие у меня проблемы с рутами. Вот эти вот. Вот Note Fight почему-то не исчезает. Не знаю почему, но ладно. Успел, отлично, я успел увернуться. Thank you.
Когда она исчезнет уже, собирается исчезнуть. Алло, но потом она исчезнет или нет? Исчезнет? Ты все должна исчезнуть, почему не исчезла? Исчезла! Ебой, половина жизни! Зачем жизнь уменьшать? Я не могу двигаться. Да, но это нужно так. И теперь ждем, пока она восстановится. Еще будем проходить без лечения. Но меня, кстати, я не знаю, меня ли должны полечить, если я с такими жизнями? А это так считается лечением? Или не считается? Я не знаю. Но сейчас будет финальная битва. Эпик битва. О, да, у меня такие жизни. Главное сейчас не проиграть. Это самое главное. У меня половина жизни осталась. Ой, меня задело, блин. Не, я походу проиграю, ребят. Я по-любому проиграю. Потому что... это ведь сложно. Ну, скорее всего, да. А может и нет. Да, меня задело. Опять задело? Да что ж такое? Прям в атаку влетело. Фух. Ага. Все, хватит меня уже. Всё, хватит с меня с этого. Я все это уже все, да? Да, поэтому, Чаро, вставай. Все. Ров потекло. Не, а после этого у меня будет Seamless Redemption Afterlife или нет?
Или у меня будет оригинальный Sibless Redemption. Ну, она пустила свой нож. А, ну оригинальный Sibless Redemption. Окей. Так, ну что я могу сказать? Вот, ребята, все четыре фазы у нас прошли без лечения. В общем, и максимум мы смогли пройти только 88%. Не, ну может есть какие-то еще достижения? Ладно. Короче, на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пота-пота. Мы с вами сняли последнее прохождение. Вот у нас теперь уже на... Ой, извините. Не то. Так. Вот, звезда появилась на четвертой фазе. Ну, а на этих мы не будем выполнять, потому что они слишком сложные без лечения. Ладно, ребята, на этом все. Давайте я сейчас перейду в режим достижения. И посмотрим на эту красоту. Максимум мы смогли выполнить только 88% выполнения достижений. Ну а с вами был Вова Миронов. Это было последнее прохождение. Мы с вами получили 8, да, мы с вами получили 8 достижений только. Мы с вами получили достижение пройти первую фазу без лечил, вторую фазу без лечил, третью фазу без лечил, четвертую фазу без лечил, первую фазу без урона, пощадная танцовка, беспощадная танцовка и истинная танцовка. Вот получили только 8 достижений, только 3 достижения не смогли. Вторую фазу без урона, третью фазу без урона и четвертую фазу без урона я не буду проходить, потому что это уже слишком сложно. Ну, а на этом все, ребята. Я эту игру буду сейчас удалять. Это было последнее прохождение Sibless Redemption. Да. Ну, а с вами был Вова Миронов. Всем удачи, всем пота-пота.